Останні парламентські вибори виявилися найбруднішими за всю історію України. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Політик переконаний, що скасувати мажоритарну систему слід було вже для цьогорічних виборів у Верховну Раду. Саме цю політичну складову політик вважає найкорумпованішою. Ну, это было очевидно, поскольку не были внесены изменения в избирательный кодекс, не было открытых списков. И все давно знали, что мажоритарка – это прямой путь к коррупции, это скупка голосов. Причем цинизм в том, что сначала людей довели до нищеты, а потом за деньги скупили голоса. И сложно вообще-то обвинить в этом людей, потому что они хоть получили что-то, что позволило им прожить какое-то время. Поэтому изначально была заложена политическая коррупция, эта мина, в мажоритарке в том виде, в котором она сейчас есть. И единственный путь убрать эту политическую коррупцию – это открытые списки и ввести тот избирательный кодекс, за который проголосовали.